Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Александра, и это мой канал о вязании. Сегодня мы с вами встретились уже в новом 2023 году. Я надеюсь, что новый год вы отметили действительно классно, тепло, здорово и уютно. И я надеюсь, что сейчас у вас действительно есть время на то, чтобы повязать, заняться чем-то действительно хорошим, классным и здоровским. В общем, в любом случае, друзья, с новым годом, с наступившим вас! Так, пока у меня тоже есть время, я использую его на полную катушку. Я сейчас действительно очень много вяжу, и у меня наконец-то есть возможность записывать видео. Поэтому изначально, прям 1 января, знаете, пока все спали, я начала записывать видео, хотела поиграть в игрушку 3 на 3, ну то есть 3-3 на 3. Но в итоге поняла, что этот формат на данный момент не совсем мне подходит, потому что мне оказалось очень сложно остановиться. То есть три часа прошли, а мне все еще хочется вязать. Вот настолько сильно я соскучилась по вязанию. Поэтому на третий день мытарств и попытках себя остановить, я решила, что ладно, давайте мы с вами переедем в лучший формат влога. Наверное, сейчас он будет более удобный, более комфортный. И поэтому сегодня я вам расскажу о всех процессах, которые у меня есть, и также буду стараться ежедневно рассказывать вам о том, как они меняются, что с ними происходит, потому что даже если мы говорим о видео готовых работах, которое было 31 декабря, уже есть очень существенные изменения, и я действительно очень-очень много всего сделала. И также, друзья, расскажу вам о подарке, который Давайте небольшой тизер. В общем, как обычно, по старой доброй традиции. У меня есть немножечко пряжи в качестве новогоднего подарка. Так что я сегодня вас порадую еще некоторыми артикулами, штуками. И также задам вам... Кстати говоря, большое вам спасибо за ответы под предыдущим видео, под видео о готовых, о готовых работах. То, что вы мне объяснили, что такое шестинитка, четырехнитка, восьминитка и вообще как это все работает. Я еще самостоятельно почитала информацию на эту тему. Ее, к слову, почему-то немного. Это скорее даже, знаете, швейная информация, чем вязальная. Ну, я просто не швея абсолютно, поэтому для меня это вообще темный лес. Поэтому мне было безумно интересно, безумно приятно, что вы ответили. Спасибо вам большое. Это действительно теперь у меня прояснилось. Теперь я понимаю, почему кто-то говорит. То есть я так поняла, что четырехнитка это одна из самых популярных пряж ну то есть видов поэтому ее чаще всего э, и называют вот друзья и также мне нужен будет ваш вопрос потому, э, точнее еще один ответ но об этом немножечко попозже итак давайте я вам расскажу о своих процессах о том что сейчас у меня на спицах и начну я с самого маленького я взяла связать носки. У меня еще, наверное, уже целый год лежит пряжа Rainbow, и я решила связать носочки, возможно, в подарок. У меня просто есть соседка, с которой мы очень хорошо общаемся, как собачники. И мне хочется сделать ей приятно, и хочется на Новый год. Мы просто еще даже не виделись с момента какого там 30-го мы, по -по, мы, последний раз виделись, или 29 декабря. В общем, мы как-то не обменялись подарками, просто тепло посидели. И я решила связать носочки. Ну, как видите, это вот такая вот... Знаете, почему-то мне кажется, что это баблгам расцветка прям. Ну, вот действительно, какая-то жвачка. Не знаю, в общем, такие классные мятные носки, вот так вот выглядит моточку, у меня этой пряжи достаточно много. А пока все получается достаточно хорошо, единственное, у меня не совсем аккуратно вышла какая-то из пяток. Вот, ну здесь небольшая дырочка, не знаю, даже наверное, не видно. Это я, ну вот, видите, здесь не совсем аккуратный момент. Но я думаю, что я потом аккуратненько просто иголочкой это все подтяну, и это не будет проблемой. Вот. Работа номер один. Я, на самом деле, эти носочки в основном вижу, когда... Когда мы на кухне и, например, что-то досматриваем, то есть из разряда мы там ужин или обедали, и, допустим, там от серии сериала осталось минут 5-10, в общем, я беру эти носочки, потому что все остальные проекты, они либо очень большие сами по себе, либо потому что они волосатые, наверное, не очень правильно на кухне, чтобы на кухне был такой летящий проект. Вот, Проект номер один, потихонечку двигаю. Он не такой, чтобы прям тот, на который я бросаю сейчас основное количество сил. Ну, просто он мне так между делом вяжется. Итак, следующий маленький проект, вот с которым как раз-таки бы уже поторопиться. В общем, произошла какая ситуация. Я, видимо, впадаю все-таки в варежковый запой, потому что мне понравилось вязать в варежки. Прям жутко понравилось. И плюс еще так получилось, что в декабре муж в а в автобусе оставила свои перчатки. Ну, то есть просто забыл их, а ему не нужно гулять с собакой, других теплых перчаток у него нет. И, в общем, я решила не откладывать этот момент и тоже начала вязать ему варежки. А для меня такие, я показывала в видео о готовых работах, что я себе связала ровно такие же варежки из такой же пряжи, то есть это норка плюс софт донигл. Но у меня эти варежки не прижились, не зашли, по крайней мере пока, потому что они для меня холодноваты, они для меня очень сильно продувают и у меня руки в них мерзнут. Но я сама по себе мерзлячка, я в принципе не могу без перчаток выйти уже, наверное, в погоду где-нибудь когда плюс 7, мне уже действительно становится прям очень холодно и мне приходится надевать хотя бы тонкие кожаные перчатки. Вот, поэтому, скорее всего, в перчатке, которые, точнее, в варежке, которые я себе связала, я подошью подклад. Возможно, я отнесу, у нас здесь есть рядом ателье, я попрошу вшить какой-нибудь футер, потому что в целом они мне чуть-чуть великоваты, какой-нибудь тонкий футер туда должен войти. Вот, но моему мужу в целом такой состав подойдет. Вот одна варежка у меня уже готова. Варежка просто обалденная, мне она очень нравится. И мне прям совсем чуть-чуть, я уже здесь, по-моему, на стадии убавок, мне совсем чуть-чуть осталось довязать вторую варежку, но что-то я ее пока не продвигаю. В общем, мне осталось довязать верх варежки. Ну вот, видите, она уже на такой прям совсем полуфабрикатной стадии. И нужно довязать пальчик. Вот. Но на самом деле процесс вязания варежек, он примерно такой же залипательный, как и процесс вязания носков. И несмотря на то, что если носки в моей жизни это действительно очень важный момент, и действительно очень важная часть гардероба, то варежки я ну, редко, крайне редко ношу. У меня на самом деле есть очень старые варежки, которые были куплены в магазине, но они с подкладом. И вот в них мне очень хорошо и комфортно. Вот. И я вообще не знаю, зачем мне вязаные варежки в таком случае. Ну, я имею в виду своими руками, но почему-то хочется. Прям очень действительно хочется а, себе связать. И, в принципе, знаете, процесс. Ну, процесс прям суперски залипательный. Так, значит, носки варежки, переходим уже с вами к плечевым изделиям. Давайте посмотрим. Ну, многострадальный а, джемпер, который никогда правильно не отображается. Значит, смотрите, тут прям супер продвижение произошло. Я вчера. Когда записывала трио три на три, мне нужно было три часа посидеть, повязать этот процесс, и я, в общем, с... мне просто очень сложно этот процесс вязать, я от него очень сильно устаю, но, в общем, за три часа, что я сделала? Я сделала рукав, и я довязала его вниз, видите, раскидала все на разные спицы, так чтобы можно было это все дело примерить. Я примерила джемпер, и вы знаете, он просто идеально на мне сидит, у него идеальная посадка, у него прям вот, я суперски, я просто делала рукава на глаз, и э, когда я его примерила, я поняла, что там прям вообще поразительно классно сидят рукава. Ой, я поразительно классно рассчитала проймы. То есть прям все идеально, здорово. Отлично сидит горловина, прям так, как я люблю. Я думаю, боже мой. Ну почему я так вообще не могу сработать со этой пряжи, если даже у меня прям идеальная посадка для этого джемпера? Ну как так? Ну почему такая несправедливость? И в общем я поняла, что все-таки правильное решение было и довязать этот джемпер. На самом деле он не так страшно выглядит, как мне. Ну то есть, когда я вчера его на себя надела, я поняла, что это, наверное, какие-то мои суперпридумки, что ой-ой-ой, как все плохо. Мне кажется, он постирается, выровняется и в целом будет это все не так плохо и не так ужасно. А, знаете, как это называется, да, не так страшен, черт, как его малюют. Вот, собственно, это я себе, видимо, в голове намалевала, что он такой ужасный, потому что сидит он в целом достаточно хорошо. Да, возможно, пряжа не совсем котеночек, да, возможно, она не совсем классная. Но тем не менее, я вчера его надела и не испытала дискомфорта. То есть не было такого, чтобы он не кололся, например. Да, ей неприятно работать. Я не знаю, если вы видите. Вот я его вчера вязала, и у меня до сих пор розовая полоса на пальце это потому что краска, то есть это не, ну как сказать, это не, не кожа, там, не, не мозоль, ничего такого, это именно краска, которая после вчерашнего просто не отстирывается от руки, хотя я достаточно часто мою руки, вот, а, так что я на самом деле очень рада, что я приняла решение его не распускать, и пряжу не выкидывать, потому что я вообще как план максимум ставлю себе еще и начать джемпер по тем же самым расчетам, и слава богу, у меня все записано. То есть сделать ровно такие же плечи, сделать ровно такие же рукава, ровно такие же проймы, но только из а, полухлопковой пряжи, у меня как раз таки есть Gazal Babycott NXL, и я очень хочу себе связать как раз таки джемпер для того, чтобы его носить повседневно то есть такого нейтрального серого цвета, и чтобы его можно было в том числе надеть на камеру, потому что у меня сейчас в основном все джемпера каких-то либо ярких цветов, либо с крапышками, а на камере они начинают очень сильно ребить. А мне нужен однотонный джемпер, который я могла бы надеть и совершенно спокойно носить. И в общем, очень хорошо. В общем, я прям вчера обрадовалась, когда я померила. Так что у меня теперь есть очень классный стимул его из долговяза перевести в, так сказать, готовые работы, потому что сейчас я понимаю, что сидит он действительно классно, суперски, и в целом я им довольна. Вот, а, давайте расскажу про проект, который сейчас у меня не сильно-то и движется, и, честно говоря, почему-то мне пока его двигать не хочется. А, это проект с вот этой вот пряжей Siam Rainbow. Сейчас, секундочку, у меня моточек тут упал. В общем, у меня не было рукавов на этом джемпере но сейчас, секунду, у меня тут что-то, угу. вот, короче говоря, это вот эта вот непонятная полосатая желтая штука, которая должна была изначально быть шапкой, и залипы на меня по той причине, что я не знала, хочу ли я делать э, рукава э, полосатыми, но в итоге на Новый год муж мне подарил моточек этого сям Рейнбоу, вот он, то есть теперь я вообще могу себе ни в чем не отказывать и могу себе сделать рукава хоть до пола. И вчера я даже перекинула все на новые спицы и уже даже начала вывязывать. То есть у меня закончилось все на вот этой вот полосочке, а я еще вывязала вот одну серию, ну как фиолетовую. И теперь передо мной стоит очень такая важная дилемма на самом деле, очень важное решение нужно принять. Это хочу ли я... Соблюдать секции полосок, так как они идут по основному полотну, или я буду не заморачиваться и вязать так, как идет здесь. Ну, то есть, как вы понимаете, я вязала от одного мотка, да, вот это вот общее полотно. Естественно, здесь вот эти два ряда полосок, они гораздо длиннее, чем два ряда полосок будут на рукаве. И, соответственно, здесь есть важный момент, то, что пока, например, вот здесь будут идти зеленые секции, эти зеленые секции будут на рукаве идти там, где вот эти желтые секции. То есть, соответственно, рисунок сместится. С одной стороны, я понимаю, что... В целом это не так страшно, просто по той причине, что когда мы ходим и когда мы Эм, движемся, мы так или иначе не стоим колом, и никто не будет смотреть на эти э, э, полоски. То есть, в любом случае, люди не будут там стоять и высчитывать, просчитывать, а почему здесь такая полоска, а почему здесь такая полоска. То есть, и мне, в принципе, наверное, от этого тоже будет ни горячо, ни холодно. Главное, что полоски, главное, что э, вещь связана в едином стиле: то, что там не пустые рукава, а все-таки они с полосками. И я склоняюсь скорее к этому моменту, потому что я не планирую этот джемпер как-то там продавать. Для меня просто было важно связать себе вот такую абсолютно нетипичную для гардероба вещь. И, соответственно, мне не хочется заморачиваться, потому что иначе у меня будет очень много кончиков, иначе мне придется очень много всего заправлять. Короче говоря, я получу очень много проблем. И я, наверное, склоняюсь пока к тому варианту, что я не буду подгонять секции. Потому что если я буду подгонять секции, мне кажется, я сойду с ума. То есть начать с фиолетового и пойти дальше, ну, а с другой стороны какой-то перфекционист внутри меня говорит, слушай, ну, у тебя же есть время, ну давай ты сейчас подгонишь секции хотя бы чуть-чуть... В общем, не знаю, посоветуйте мне. В общем, наверное, поэтому, то есть, вы знаете, я думала, что сейчас а, у меня будет моточек, и я как вообще... Ни в чем не бывало, просто сяду и довяжу этот джемпер, а вот тут была другая проблема, подгонять секции или не подгонять. В общем, очень интересно. В общем, друзья, посоветуйте мне заморочиться и подогнать секции, потому что, с одной стороны, я понимаю, что когда я буду, наверное, носить этот джемпер, я буду об этом думать. Что? Я здесь не подгоняла секции, это я буду знать, то есть меня не волнует, что скажут другие люди. Вот. А с другой стороны, это же столько просто проблем, это же столько мороки с этими секциями. Ну вот я пока склоняюсь, наверное, к варианту не подгонять, но перфекционист начинает меня жевать изнутри. Вот. Что ж, друзья, давайте мы с вами поговорим про последнюю работу, которая у меня сейчас есть. Она будет огромная, я надеюсь, что я могу вам ее показать. В общем, когда я записывала видео трио 3 на 3 там я довязала вот этот вот джемпер, то есть за три часа, короче, у меня не хватало четырех сердечек на спинке, то есть мне нужно было довязать спинку. И в рамках этого трио 3 на 3 я три сердечка довязала и сижу такая на полу, представляете, я реально сижу на полу, вокруг меня вот так вот эти мотки, потому что их 11 в работе, я сижу и думаю, ну вот что, мне сейчас завершать и убирать все, завтра снова все раскладывать и довязать это сердце. И в итоге я решила, что нет, все-таки я довяжу. И, собственно, тогда я и решила, что 3 на 3 сейчас вообще нет смысла записывать. <записывать> вот, я пыталась, но как-нибудь другой раз, значит, запишу. Вот, друзья, значит, я здесь завершила спинку, обработала. Как вы видите, у меня были готовы полочки, их нужно было только внизу обработать. Полочку без сердечка обработала вот этим ярким красным. Полочку с сердечками обработала вот таким вот сиреневым. А уже сшила, потом я сшила вертикальным швом обе, ну, то есть полочки и спинку я сшила. И уже, друзья, обработала. Все полочки, Господи, он такой тяжелый, можно просто в зал не ходить, а я и не хожу. Короче, я не знаю, как это показывать, вот вот так, может быть, сейчас. Вот, короче, что хочу показать? Значит, мне почему-то показалось, что будет очень круто, если я обработаю, если я сделаю обработку вот с такой синей полоской с одним из цветов. И не знаю, мне кажется, что выглядит он просто топово а, У меня изначально была мысль, и вообще я так, в принципе, стараюсь обрабатывать кардиганы, а, когда есть определенные, когда есть вот такие вот швы, и чем больше пряжи, чем не, тем не красившие швы, а, соответственно, лучше обрабатывать в карман. Но есть другая проблема: у меня еще не готовы рукава. То есть, видите, это вот я сегодня утром начала, здесь буквально 7 рядочков пока провязана, у меня осталось всего 250 грамм пряжи, то есть у меня сюда на полном серьезе ушло больше 2 килограммов, он реально очень тяжелый, у меня очень осталось мало пряжи, и соответственно я сейчас просто понимаю, что, то есть когда я вчера это поняла, я вообще до конца была уверена, что никакой у меня не будет вот этой вот тряски из-за того, что не хватит пряжи. Вот сейчас я что-то трясусь. Вообще, изначально, когда я покупала целую огромную упаковку этого дропс Эскимо, я была уверена, абсолютно четко уверена, что м -м, мне хватит за глаза, еще даже останется. Я была в этом уверена на 100%. Но теперь я понимаю, что нет. Ну, конечно, он огромный, он реально очень большой. То есть он спокойно, мне кажется, налезет на размер Excel. Даже вообще без лишних слов. Но вот просто по спинке посмотрите. Он действительно огромен. То есть он, в меня, мне кажется, три меня влезет совершенно спокойно. Но мне нравится. Я просто обожаю такие вещи. Вот, и поэтому, да, пришлось немножечко сэкономить на китлевке в карманы. и, ну, не так страшно это опять же выглядит, то есть, да, вот здесь просто косичка, меня, меня напрягает только верх, то есть, где вот эти вот были прибавки по спинке. Сидит он на мне классно, я вчера уже до трех часов ночи пыталась это все доделать, да, под Новый год мои биологические часы всегда крадут кто-то кто их крадет, вот, но, в общем, вчера я его померила, вчера все было очень классно, круто и здорово, и мне останется только довязать рукава, заправить кончики и постирать. И после стирки, друзья, я мечтала куда-то применить эти пуговицы, они просто потрясны, их покупала еще очень давно моя мама. Посмотрите, это вот такие вот клевые металлические пуговки, они прям реально металлические. Они, эм, в общем, их, они, их тяжело держать в руках, то есть, знаете, как монетки прям. И мне кажется, что они прям потрясающе должны в этот кардиган вписаться. Я не знаю, я прям вообще от них тащусь. У них такой классный ненавязчивый рисунок. Ну, просто отасная. В общем, все срослось, все сложилось. Я вообще стараюсь не покупать какую-то фурнитуру, потому что я использую ее раз в 300 лет. У меня большая коробка с пуговицами, где я когда-то, короче говоря, у моей мамы в наволочке просто огромное огромное количество пуговиц прям огромная реально. И, в общем, я оттуда повыуживала те, которые более-менее симпатичные и более-менее подходят мне по стилю. И тех, которых больше пяти штук. И, в общем, эти были в их числе, но эти мама покупала специально, просто они не подошли под определенный проект. И, в общем, теперь этот проект и будет. В общем, друзья, давайте я сразу скажу, что вот этот проект у меня является прям таким центральным. Мне уже очень хочется его закончить, потому что здесь, в принципе, осталось-то всего ничего. Это спицы номер 7, и здесь достаточно быстро и оперативно можно э, довязать. То есть на рукава здесь не надо супер много времени. Так что сегодня поделаю свои дела и обязательно постараюсь хотя бы один рукав довязать. И, в общем, надеюсь, что к концу праздников у меня будет уютный, большой и классный джемпер. Вот, друзья, это все мои проекты, которые я буду двигать и которые я вам буду показывать. Если не ошибаюсь, сегодня у нас среда, что ли, по-моему. В общем, у меня в любом случае еще есть несколько дней до субботы и воскресенья, когда придет время монтировать и выкладывать в влог. И, друзья, давайте расскажу вам, в общем, будет очень большой вопрос. Кстати, кстати, хотела показать. Я завершила вязать носки, которые из Цаубербаль. И смотрите, они реально потрясные. Вот как я и говорила, что после стирки очень классно разгладится полотно, хотя они были все какие-то кривые потому что это ровница, ровничного типа пряжа гораздо интереснее и лучше себя после стирки ведет. Но, друзья, я хочу сразу сказать, лично у меня цаубербаль косит. Посмотрите, вот эта полоска должна быть ровно посередине. Как бы я ни выпрямляла, как бы я ни пыталась эту сосиску выпрямить, посмотрите, и здесь прям реально видно, что пряжа дает очень неслабую косину. Вот прям видно, что по идее она должна быть... Ну вот прям вы видите, я думаю, так на из кусочек она идет. И на втором носке то же самое. Но, кстати говоря, когда надеваешь носок, в принципе, все нормализуется и все становится очень даже ничего и прилично. Так, друзья, прежде чем я вам расскажу о подарках, которые очень классные, клевые, это все носочка, я хочу задать вам вопрос. Скажите, пожалуйста, насколько вам было бы, в принципе, актуально завести некий хэштег? потому что у меня сейчас есть определенная идея, где... Смотрите, я даже не знаю, как это сказать, я не могу никак это сформировать в голове, потому что я всегда задаюсь вопросом, а было бы ли это полезно мне в первую очередь. Ну, то есть я имею в виду, что смотрела бы, смотрела бы я это или нет. И вот я не могу себе дать окончательный какой-то ответ. Друзья, у меня есть такая идея, только я надеюсь, ее никто не украдет, <свят> потому что я сейчас ее скажу. А, у меня есть идея запустить такая, такую штуку, как мой носочный год. А, то есть, условно говоря, вы и я в том числе подберем, а, допустим, какое-то количество артикулов, потому что у меня, например, их накопилось огромное количество, то есть вот они у меня здесь а, сейчас все собраны. И, условно говоря, выкладывать видео с этими хэштегами, рассказывая об этих артикулах, как они себя ведут, и в том числе показывая, допустим, носки после определенного количества носки или, допустим, как вы использовали носочную пряжу на какие-то другие изделия. Объясню почему, в чем тема. Так как сейчас я достаточно много смотрю YouTube, я вижу, что у многих проскальзывает такая мысль, что носочной пряжи очень много, и есть распиаренные артикулы, которые вообще ни о чем, а есть артикулы, которые очень хорошие, но при этом, и причем по цене, но при этом их практически никто не покупает, потому что о них не знает никто. И, соответственно, на мой взгляд, у YouTube есть одна очень важная такая функция, это то, что YouTube выступает в роли образовательного образовательные платформы в том числе, потому что здесь собрано очень много образовательных видео. И, соответственно, мы можем этой информацией делиться. Просто, условно говоря, человек, в... выбирая для себя пряжу, для того, чтобы связать носки, может просто перейти, например, по хэштегу. Да? Ну, мне почему-то приходит в голову мой носочный год. То есть в течение года отчитываться по тем артикулам пряжи, которые вы когда-либо вязали. Потому что, например, я пришла к мнению, что... Как бы мне не нравился Ализе Артисан, он себя прекрасно ведет в носке, в стирке и все такое прочее. Вот я сейчас на, как раз таки в носках из Ализы Артисан, и несмотря на то, что я не получала удовольствия во время вязания, я получаю огромное удовольствие во время носки изделий из Ализы Артисан, поэтому я могла бы, собственно, высказать именно такое мнение. В общем, друзья, давайте так, у многих из вас есть свои каналы, и я думаю, что многим из вас было бы, в принципе, интересно запустить что-то такое, да, обширное под одним хэштегом. Как вы на это смотрите? Как вы смотрите на то, чтобы, допустим, когда вы выкладываете какие-то свои отчеты, или было бы вам интересно пройти, даже если вы, например, не ведете свой канал, насколько вам было бы интересно переходить по хэштегам и смотреть, допустим, коротенькие видео, может быть, даже те же самые шорты под хэштегом о, о... носочной пряже. Как вы считаете? В общем, напишите, если что, мы с вами какую-нибудь такую штуку сможем замутить, потому что мне, например, было бы поразительно полезно, потому что я так смотрю по какие, ну то есть, если мне интересны отзывы, я иду и конкретно гуглю отзывы, но не всегда на эту пряжу отзывы есть, что самое интересное. Вот, друзья, в общем, напишите мне, пожалуйста, было ли это, было бы ли это для вас полезно, и тогда мы с вами что-нибудь замутим, пока есть такая возможность. Итак, друзья, рассказываю вам о подарках. У меня есть четыре новых артикула пряжи. Значит, первое это Lana Grossa Mylin White Set Cocoon. Я не знаю, как это правильно называется. Lana Гроса немецкий артикул. Может быть, это будет какой-то кокон, потому что в немецком это не читается, как в английском. Здесь все достаточно стандартно, 100 граммовый моток, но смотрите, здесь 55 шерсть, 25 полиамид и 20 шелк. То есть здесь немножечко другой состав, но тем не менее здесь вполне себе носочный метраж. Ой, боже мой, где же он? Да, 400 метров, 400 метров, вот такая вот прекрасная расцветка, посмотрите, она меня просто покорила. Мне кажется, что здесь было бы достаточно интересно. И вот здесь изображен тот самый носочек, который, по идее, должен получиться. Вот, пряжа невероятно мягкая, невероятно крутая, я прям уже с нетерпением жду возможности связать с нее какой-нибудь носок, мне кажется, он получился бы супер классным. Второй артикул, это то, что я очень давно хотела, это Lana Gross About Berlin Yak Color Block. Я долго выбирала, у них там есть несколько похожих артикулов, все-таки я остановилась на Yak Color Block. Вообще этот моточек я хочу использовать на носки своему мужу, посмотрите, какая здесь просто потрясная расцветка. А здесь у нас тоже 100, 100 грамм, 420 метров, но, кстати говоря, пряжа не такая, чтобы тонкая. Вот так она выглядит. Там, кстати, мне было очень сложно выбрать из расцветок. Расцветки прям все реально очень классные. Но вот я решила выбрать самую, мне кажется, такую нейтральную из мужской серии. А, так, у меня есть вот такая вот пасма. А здесь я, кстати говоря, немножечко разочаровалась, когда увидела, потому что на сайте этот цвет выглядит белым. То есть там не было такого обилия синего цвета, потому что я бы ее не выбрала, если бы видела изначально. То есть там было, знаете, ну скорее что-то... Вы знаете, как вот здесь, вот как вот здесь. А в итоге здесь есть прям вот какие-то супер синие места, и поэтому, вы знаете, такое впечатление, что ее после покраски Куда-то кинули, и она совершенно случайно какой-то в себя впитала еще. Ну так, окей. Э, расцветка это на самом деле не самая э, страшная. В общем, пряжа называется Малабрига Сок. 732 цвет. Выглядит она просто потрясающе. Здесь все как обычно по, по метражу. Примерно 440 ярдов тут написано ярд это сколько? <laughs> ну, в общем, я смотрела на сайте, выбирала только то, что там 400 метров, 420 метров на 100 грамм. В общем, вот так вот она выглядит. Но ну, вот говорю с цвета на сайте небольшой косячок произошел. Но не страшно, окей, я все равно извяжу, потому что пряжа реально очень классная. И, друзья, последнее, то, что мне прям очень нравится, посмотрите, это прям суперская тоже пряжа Лана Гросса, тоже это Майлин Вайт Мерино а, Хэнд Дай, то есть это покрашенная вручную. Я специально выбрала такую радужную а, расцветку, потому что мне в последнее время почему-то очень это нравится, я думаю, что вы понимаете, о чем я. Мне почему-то хочется цвет, и я выбираю крайне необычный для себя артикул, наверное, когда-то эта колормания пройдет, цветомания. Вот. Короче, верчу в руках. Давайте просто немножечко замру, чтобы вы могли рассмотреть. Она мне нравится, она очень мягкая. И это та самая толстенькая носочка, которая вот э, мне очень нравится. Здесь то же самое, 100 грамм 420 метров. Мне кажется, потряс вообще. Вот это четыре новых артикула и друзья напоминаю у меня просто очень много носочки я вот здесь собрала в корзинку то есть например вот норт как тонкая пряжа которая подходит под носочку это прям лучшее что вообще со мной случалось Аализерртисан на тему которого я уже много высказывалась. Сям Реджина, которая Регина, очень классная пряжа. Супер которую я считаю, что она прям одна из самых классных. В общем, друзья, если вам было бы интересно, актуально вообще собрать все отзывы на сочной пряже, объединить их в один хэштег, Давайте просто-напросто договоримся, что это может быть за хэштег. И, условно говоря, мы с вами просто все те видео, где мы что-то выкладываем о носочной пряже, могли бы объединить и так, чтобы человеку, который выбирает для себя носочку, было удобно. То есть, знаете, хочется небольшой систематизации знаний. Немножечко. Вот, друзья, вот такое получилось длинное вступление для этого влога. Я надеюсь, что сам по себе влог будет достаточно интересным и насыщенным, потому что я уже сейчас очень хочу схватить кардиган. Хочу убежать с ним снова на пол, потому что на, на диване его невозможно вязать. Приходится вязать его на полу. Очень хочу сейчас сесть и заняться вязанием. Вот, друзья, я надеюсь, что ваши праздники проходят хорошо и желаю того, чтобы они у вас проходили еще лучше, чем сейчас. Скорее всего, влог вы посмотрите уже, когда праздники закончатся, но тем не менее, я надеюсь, что вы хотя бы набираете сил сейчас. Что ж, до следующего включения, друзья, я надеюсь, что я смогу рассказать вам о своих продвижениях. Там. <laughs> Друзья, довязала я вчера свой кардиган. Можете понять масштаб трагедии, сколько сегодня мне придется всего заправить. Специально вот так вот его наизнанку вывернула, чтобы вы посмотрели. Ох, можете себе представить, сколько мне еще это по времени придется все убирать и заправлять. Но я на самом деле в последнее время несколько поменяла свое отношение к заправлению кончиков. Я просто включаю фильм, считать ничего не надо, мучиться не надо, думать не надо. Просто сидишь себе иголкой так заправляешь. Кстати говоря, вы можете задать абсолютно логичный вопрос, почему я вот эту ниточку не сваливала. На самом деле вполне можно было бы нитка, даже вот вы знаете, если сейчас вот так вот немножко ее руками потереть, она уже сцепится. Ну, то есть, абсолютно спокойно можно было бы. Ну, то есть, она, ну вот, я ее сейчас пытаюсь, например, вот только сейчас она развалилась. Ну, короче говоря, я к тому, что если вдруг вы будете когда-нибудь вязать из дропсиски с или дроп сноу, no, абсолютно спокойно можно пользоваться вот этим вот лайфхаком, когда вы просто сваливаете две ниточки. Потому что нитка ровничного типа, и она, в принципе, цепляется друг за дружку. Давайте я его сейчас, наверное, выверну на лицевую сторону, чтобы вы понимали, как вообще все это выглядит. Вот так он выглядит с лицевой стороны, мне безумно нравится. Ну, тут, естественно, кот пришел. Мне безумно нравится, на самом деле, как он выглядит. В нем что-то есть. Он достаточно большой. Он на мне сидит очень-очень. То есть туда влезет несколько меня. Ну, то есть я размера XSS. А этот кардиган, ну, то есть он, наверное, XL. Причем мужской XL, на мой взгляд. В общем, вчера на рукавах я сделала тоже такую же обработку. Разными цветами. Мне почему-то очень нравится, как это выглядит. Вот эта вот полосочка, как э, закрытие. Мне кажется, прям вообще обалденно. Ну и со спинки вот. Но, кстати говоря, заметьте, вот здесь рядность, а вот здесь у меня уже полотно обработано. То есть я его проглаживала для того, чтобы посмотреть, как вообще оно будет выглядеть. И, конечно, я понимаю, что после стирки оно будет выглядеть вообще просто прекрасно и замечательно. По поводу расхода. Я покупала огромную упаковку, просто реально огромную упаковку. И я вчера уже на полном серьезе думала, что мне не хватит пряжи. Посмотрите, у меня остался вот такой вот клубочек, тут меньше 50 грамм. Он у меня еще уйдет на то, чтобы пуговки пришить. И вот, что осталось от трех мотков. Тут, мне кажется, даже, не знаю, 10 грамм нет, прям 100%. Можете себе представить, но ну вот я думала, что у меня на полном серьезе еще останется. Но нет. Вот, в общем, сегодня планирую как план минимум и, наверное, план максимум, потому что работы действительно много. Я вам напомню, тут действительно много работы. Вот, сегодня как план максимум мне нужно будет все кончики заправить. Господи, он выглядит, как будто я его тут просто пополам порезала. Давайте уберем этот ужас. И тогда уже завтра я смогу полноценно подключиться к какому-нибудь другому, более интересному процессу. Прям очень хочется уже его закончить, постирать. Причем это такая пряжа, которую придется гладить по сырому полотну, тогда будет прям вообще отлично все разглажено. В общем, это сегодня моя задача номер один. Вот, котик желает вам хорошего дня и приятного просмотра. В следующем включении мы с вами встретимся. Всем привет, друзья! У нас тут все в сборе, все мне помогают. Короче, у нас есть вот такие вот открытые полки. И, как вы понимаете, у меня очень сильно разрослась пряжа. Ну, то есть, вот она у меня вот здесь, в этой полке, вот здесь. Здесь тоже была, сейчас еще вот тут вот у меня корзинка. Короче говоря, очень много места занимает пряжи. И в итоге вчера мы с мамой ездили в торговый центр, и я там нашла вот такие ящики и решила вот эти вот открытые полки хотя бы, чтобы они нормально выглядели. Вот один ящик такого белого цвета, вот второй ящик вот такого. Надпись это меня, конечно, очень сильно раздражает. Ну что поделать? Я буду. Ну, они в любом случае будут именно вот так. И сейчас Red. Ну да, я сниму. А, нашла еще вот такую вот коробочку. Ее когда-то подарили, не помню, уже кому-то из нас. И, в общем, муж там хранит миниатюрки, которые раскрашивает. Ну, в общем, соответственно, red. Соответственно, коробка полупустая. Я думаю, что я мужу предложу куда-нибудь их переложить. А сюда сложу всякие разные штуки, типа маркеров, всякого такого, потому что... Извините, у меня бардак. Но у меня, например, маркеры хранятся в этой коробке. А там всякие... Даже сейчас не вижу. Ну, короче, вот, например, у меня хранится вот в таком вот. В такой коробке всякая мелочь. А вообще большинство вязальных дел моих хранится вот так. Вот, знаете, как муж все время шутит, что это по идее каждый раз лезешь и думаешь, там печенье, а в итоге открываешь, а там пуговица. И вообще мне не нравится, что у меня вот так вот разрослось вязание тут перемешка с шоколадками. Короче говоря, вот этот вот бардак сегодня очень хочу разобрать. Вот. Так, друзья, давайте отчитаюсь. Пока вижу. Вчера начала, начала убирать, разбирать. Кончики. Смотрите, смотрите. Смотрите, как все красиво. Вот, у меня получается, здесь уже одна полочка полностью убрана. Но видно, да, потому что пряжа толстая. Поэтому видно, когда убираешь все эти кончики. Вот, смотрите, уже даже часть сердечек убрала. Но вот у меня осталось еще здесь, по-моему, три ряда. Вот. Это нужно будет добить сегодня. Ну, я на самом деле довольна, потому что в целом пошло достаточно быстро. Вот, так, немножечко отчиталась. У нас сегодня очень интересная погода. Кстати, смотрите, я в носках, которые из Ализе Артисан. И я счастлива. Они реально очень классные. У нас сегодня очень а, такая прикольная погода, потому что сегодня минус 25, боже мой! Но при этом, посмотрите, какая красота вообще просто! Просто обалденная красота. А, что ж, друзья, до следующего включения рассказала вам текущие новости. Ну что ж, друзья, можете меня поздравить. Я наконец-то заправила все кончики вчера. Постирала кардиган и его немножечко прогладила. Рядность есть, да, ее видно невооруженным глазом. Точный вес изделия я не знаю, потому что я вчера пришивала пуговицы, пока еще кардиган был сыроват. Ну и, соответственно, взвешивать его абсолютно не имеет никакого смысла. Вот. Но на самом деле, мне кажется, что он в районе 1 килограмма. Ну, потому что у меня пряжа была я посмотрела по своим записям, 1 килограмм 50 грамм, и в целом пуговицы очень много весят, то есть даже если я сейчас взвешу кардиган, то это, наверное, будет не лучшее решение. Вот такой вот он получился, мне кажется, очень прикольно, очень интересно, очень замечательно. Я довольна, я прям очень довольна. В пряже имейте в виду, если вдруг собираетесь из нее взять, есть вот такие вот штуки другого цвета, но я их уберу машинкой для катышек. Вот, давайте покажу изнанку. Ну я прям старалась с кончиками прям заправляла их максимально качественно, чтобы прям вот не было видно. Вот эти вот длинные протяжки, это то, что еще при интарсии они вот здесь появились. То есть это не так, что я как-то там неправильно убирала кончики. То есть это, это в принципе, это базовое состояние. Вот, собак тут. Собак. Передает вам привет. Ну и что еще хочу рассказать. В общем, у меня остались небольшие, прям совсем небольшие остатки пряжи Drops Snow. И вчера я решила связать носки, потому что я на самом деле давно такие носки себе хотела, которые будут толстые, чтобы использовать их как тапочки, потому что дома я не ношу тапки, и мне нужны какие-то толстые носки, потому что иногда пол бывает холодным. Вот у нас сейчас, например, минус 25 на улице и когда проветриваешь пол естественно очень быстро остывает вот решила я связать естественно мне нужна была пряжа которая будет по метражу примерно такая же как drops Snow и я взяла в общем я когда-то давно покупала comtex пышка там на 100 грамм, 110 метров, и, в общем, у меня весь моток, вот эти вот 100 грамм, ушел на носки, с учетом того, что я сюда э, добавляла пряжу, которая вот у меня осталась от вот этих вот сердечек. То есть э, у меня была какая-то давняя, древняя пряжа, примерно такого же метража, вот эта вот секционная. Вот это вот, короче, вот эта пряжа у меня закончилась еще на моменте вязания, и мне пришлось сюда добавить остатки... Э, Дропс... Drops... Так, друзья, секундочку. секундочку. друзья, прошу прощения, был важный звонок, который я не могла не принять. А, в общем, это у меня здесь получается дропс андес, вот дропс Snow, дропс сноу, дропс Snow. В общем, я вот эти вот маленькие-маленькие остаточки решила сюда применить. Я связала наскоро вот такие вот носки, я еще их не стирала, они тяжелые, они получились больше 100 грамм, там где-то 120, наверное. И вязала я их на пятерке. ну тут прям видно, посмотрите, они такие матрасики прям вышли. Вот, но такая вот быстрая, <laughs>, э, готовая работа. Мне кажется, достаточно. Ну, почему бы и нет. Почему бы и нет? А сейчас еще расскажу: у меня есть еще небольшие новости. Та-дам! <laughs> Если вы узнали, то это в прошлом полосатый джемпер. Вчера я решила его распустить. Я поняла, что этот полосатый джемпер это, наверное, Слишком <laughs> даже для меня. А, в общем, я задумала, то есть у меня этот джемпер завис на моменте, когда мне нужно было вывязывать рукава. Завис потому, что мне не хватало пряжи. Тут у меня остался вот этот маленький моточек, и, естественно, на рукава мне бы его не хватило. В итоге, благодаря новогоднему подарку, моточек у меня появился. Но когда он у меня появился, мне не захотелось почему-то продолжать вязать этот джемпер. Я начала ковыряться в себе, начала пытаться понять, почему же мне не хочется его вязать. И я поняла, что мне его не хочется вязать, потому что он мне разонравился. Я просто не вижу смысла его продолжать. И, в общем, вчера... В ночи я все-таки приняла решение распустить. Абсолютно не сожалею, потому что, ну, наверное, вещь была слишком детская. Мне, наверное, просто хотелось э, попробовать вот этот вот э, градиент в поло полосками. Я попробовала и, наверное, удовлетворила свое желание и больше, честно говоря, чего-то подобного не хочу. У меня уже есть идея, что я сделаю. То есть я в любом случае планирую связать джемпер, но я его хочу связать несколько иначе. И я также буду миксовать две вот эти пряжи, потому что как они себя ведут, мне очень понравилось. Тем более сейчас у меня есть два матка, и я себя буду чувствовать несколько более, скажем так, свободно и фривольно. Вот. И это, в общем, все новости, которые у меня есть, другие процессы я не продвигала, потому что была занята вот этим вот, вот этим вот огромным кардиганом, а, вот, так что у меня пока еще остаются варежки, у меня еще остается мой малиновый джемпер с пайетками, и еще у меня есть носочки из пряжи Рейнбоу, из носочки Рейнбоу. Так что если у меня сегодня будет время и возможность, то я обязательно ими сегодня займусь. Вот, друзья, рассказала вам все новости. Я думаю, что завтра у нас с вами будет последний день влога. И я как раз-таки с вами поделюсь последними продвижениями. И мы с вами уже завершим. Так что, друзья, до следующего включения. друзья! Сегодня у нас с вами заключительное подключение. Буквально хочу отчитаться небольшими своими продвижениями. В общем, немножко я продвинула носочек. Я довязала клин подъема и 4 ряда, по-моему, я провязала вот еще основного полотна. То есть уже на завершение носочка вот друзья вчера вообще позволила себе ничего не вязать потому что не очень хорошо себя чувствовала и вот только может быть немножечко с носочком посидела так что в целом давайте подведем итоги с трясущимися руками давайте подведем итоги этого влога в общем мне удалось достаточно круто продвинуть а кардиган, его завершить. У меня достаточно много, в принципе, продвижений. Я считаю, что получилась достаточно продуктивная неделя. Я наконец-то дорвалась до вязания. Я надеюсь, что вам было интересно, я надеюсь, что вы искренне за меня болели. В общем, друзья, вот так прошли мои новогодние праздники в таком вязальном угаре, я бы сказала, я наконец-то, наконец-то смогла себя очень хорошо посвятить вязанию вот так что котик благодарит вас за просмотры котик посмотри в камеру и большое спасибо что вы провели это время со мной так что друзья продуктивных вам рабочих недель и э, я надеюсь что вы смогли зарядиться энергией и радостью за эти праздники спасибо вам большое за просмотр ровных вам петелек и пока пока